С начала года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых получили телесные повреждения 29 человек. 6 человек погибло. Из них 3 ДТП, в которых телесные повреждения получили несовершеннолетние участники дорожного движения. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост числа ДТП на 4, количество пострадавших увеличилось на 7 человек. Основными видами дорожно-транспортных происшествий явились столкновения, съезд с проезжей части. Причинами большинства дорожно-транспортных происшествий явились несоблюдение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения. В целях предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий госавтоинспекции совместно с органами местного самоуправления и общественностью проводятся различные профилактические мероприятия. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге, соблюдать правила дорожного движения и не совершать опасных для жизни и здоровья маневров.